Итак, всем привет, дорогие друзья. С вами канал Колян Мастер и влог My Life. Сейчас мы едем в гараж к Кикиму собирать Yamaha и собирать Honda Dio 27. В данный момент Honda Dio не на ходу. На ней разобранный картер, то есть она располовиненная. Нам остается сейчас довести до идеала подшипники и собирать Dio. На Yamaha остается только забортировать колеса. Мы уже подготовили шиповку. Также будет видосик про шиповочку. Вот. Мы сейчас выдвигаемся в гараж. Все. Всем удачного просмотра. Сейчас я сниму здесь все. Салфетки выкинь их на сокет. Так, сейчас. Вот, короче, пацаны. Вот такая вот резина. Вот. Мы приехали, блядь, в шиномонтажку. Итак, как такую фару сделать, иди на Yamaha. Тихо. Итак, посмотри, короче. Мы приехали в гараж. Все, начинаем сейчас всю сборку. Головку, да? Головку? Так, сейчас. Короче, что сейчас в планах? Вон те запчасти помыть, которые вон лежат, батя выложила. Сейчас, короче, надо будет запчасти все вот эти помыть, короче, отмыть. Все, короче, готовим дианку сейчас. Все отмываем, короче, и уже в следующей серии все будет, короче, все мы будем собирать, подшипники. Тут, короче, Яким образовал музыку. Вот, такой сабик, да, короче. Все, короче, у нас теперь качественный контент. Все теперь по фаршу. Сейчас будет свет, еще свет покажу. Сейчас еще свет будет, да, Яким приобрел вот такой прожектор. Но не зря у него пацаны такие работают на этих, как он. Где они там у тебя работают? Мы тоже поставим его. И будет у нас над столом свет. Да, ну все, пацаны, видос не будем затягивать, так что начинаем. Мыть движок, все детали, короче, и начинаем. Все, подходи ко мне сейчас, я расскажу, короче. Итак, пацаны, короче, как отмыть картер? Едем, короче, в Гефест, берем вот такую вот щеточку за 50 рублей. Просто мыльную воду берем у мамы там фэри, всякую фигню, что есть, короче. Делаем раствор. И просто такие, вот смотрите, вот какой был картер и какой мы сейчас отмыли. Без какого-то там бензина, всякой фигни. Если бензина мыть, то там бензин дофига уходит. А это прям раз, потерли, и все нормально. Прям как без кастрюль. Итак, короче, пацаны, всем здорово. Снова. Мы опять в гараже. Яким, короче, делает свет нам, вот, прожектор, короче, лепит, а я что делал, короче, отмыл половинку картера, да, короче, много чего я отмыл, вот, приготовил, короче, для сборки картера, все отмыл, короче, все, что идеальненько, чистенько, мы же все, ну, вот так, короче, все собрали, да это по-любому вырежу. Ну вот так вот, пацаны, короче. В следующей серии будем собирать дианку. А, ну и кстати, сейчас я вам покажу Yamaha, в каком сейчас у нас состоянии. Пройдемте, короче, ребятишечки. Сейчас. Вон там она на заднем плане. Вон там. Вот. Вот, короче, она без колес стоит, но потому что Яким снял колеса. Короче, сейчас Яким сказал мне найти головку на 10. Идем ищем головку. Ну, там лежит, придурок, вместе с ключиком она. Вот, да. Нет, вот, в сентябре, да. Нашли. Сейчас будет свет. Сказал электрик, я обрезал провода. Ну все, короче, Яким обещает сейчас сделать свет. Ожидаем. Ну такой, короче, у нас свет. О, свет! Ярко? Это фиаско, братан! Че, вот так вот? Да, нормально, все отлично. Ты прям в камеру, наверное. Да не, в камеру не свети, там плохо. Смотри, как регулировать. Ты мне говори, как лучше. Я сейчас зафиксирую сразу, чтобы потом это сюда, да? Тебе на стол именно? Ну да, чтобы вот это нормально. Сейчас, короче, идем. На стол еще ниже. Не, чуть выше. А теперь ты уйди с этой стороны. Сюда теперь зайди. Вот так нормально. Да, и тиски видно. Как думаешь? Ну так ты оставлю. Зачем затягиваешь? Да, все затягиваю. Все, короче, друзья. Красиво. Мне пока сейчас делать нечего. Я вот тут хожу, короче, фигней маюсь. Вот, и Ким там свет делает. Нормально получилось? Да, нормально. Ну вот так, короче, пацаны. Глаза слышишь? Да, он прям слышит, лепит в натуре.
Вот так вот, пацаны. Блин, чувствую, этот ролик вообще будет длинный. Так, пацаны. Вот эта тарелочка. Зимой будем мыть. Зимой будем строго просто наваливать. Вот. Вот так вот, пацаны, короче. Так, и чё, короче, пацаны. Подходит день к концу. Мы уже все устали, короче. Мы здесь с 7 часов. Все, мы, короче, отмыли Ямаху. Отмыли движок на Дио. И кем он собирается? Ямаху не полностью отмыли. Так, чуть-чуть, короче, вот. И кем собирается меня сейчас везти домой. Вот, ну что, ребят, на этом... Мы вам свет сделали. Да, вон у нас свет, только прожектор там светит. Короче, вообще все по кайфу было. Че, ребята, короче, видос подходит к концу. Ставим лайки, короче, подписываемся на канал. До новых встреч, друзья.